встреча с фильмом «Практикумом Капель», ну, подарила море восторга. Это действительно пошаговое освоение жизни Капели. И каждая часть тела, она, ну, наверное, вот выстраивается в эту самую ровненькую, задорную, такую искрящуюся зеленую капельку, которая действительно так и увлекает к обновлению, к пробуждению, к наполнению новым, к преобразованию всего того, чем наполнено сердце, чем оно так живет и чем оно так радуется. Есть возможности пошагового освоения благодаря вот, тому, как это все выстроено, как эти кадры все знакомят нас с каждым движением, и благодаря этому запоминается легко, и есть возможность прочувствовать каждое движение самостоятельно. И создается такой полный, такой задорный, веселый танец, при этом он действительно происходит как игра. Этот танец превращается в самую настоящую весеннюю игру.